Пес по кличке Спайк тщательно обнюхивает остановленные сотрудниками ДПС автобус, но собаку еще ни разу не подводил. Правда, в такой операции он участвует впервые. До этого четвероногий полицейский обнюхивал болельщиков на стадионах и гостей на концертных площадках. Теперь уже опытный Спайк пошел на повышение и ищет взрывчатку. Проверяет багаж, полностью машину по кругу, всю обходит, обнюхивает ее. Ну и как бы если что-то при обнаружении, она как бы садится. На всех постах ДПС ежедневно вместе с сотрудниками госавтоинспекции патрулируют наряды ОМОН и кинологи. Один за другим они останавливают проезжающие автобусы. В свете последних событий такой тщательный досмотр не кажется бессмысленным. Особое внимание автомобилям с номерами южных регионов. Полиция констатирует, незаконное оружие выявляется каждый день. Полиция Подмосковья принимаются все необходимые меры по повышению безопасности и антитеррористической защищенности автодорог, объектов дорожного сервиса, мест с массовым пребыванием людей. Также при помощи всех имеющихся баз данных, технических средств проводится комплекс мероприятий по выявлению лиц, находящихся в федеральном розыске, причастных к антитеррористической деятельности, также выявление фактов перевозки оружия и наркотических средств. Все пассажиры пробиваются по специальной базе данных. Она находится здесь, на оборудованном посте ДПС. Это увеличивает скорость проверки и позволяет ненадолго задерживать водителей. Усиленное патрулирование будет вестись теперь ежедневно. Андрей Иванов, Ольга Волкова, ОТВ, Серпухов.